Всем привет! Сегодня готовим картофельную долму. Очищаем картофель, срезаем дно и выковыриваем середину. Затем обжариваем картофель на растительном масле со всех сторон до золотистого цвета. После начиняем картофель и выкладываем на форму. Заливаем измельченными помидорами. Сверху кладем болгарский перец, дольки помидора. Посыпаем немного солью. Накрываем фольгой и выпекаем 40-50 минут. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. С вами была София. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь.